Привет всем! Наверное, зимой буду показывать это видео. Посмотрите, какая прелесть! Расцвела лобивия. Какая-то, наверное, гибридная. Вот такой вот цветок. И растут бутоны на Лихтенбергии. Два огромных. Вот. Я зашла в теплицу. Что у нас здесь? Вот какая прелесть, смотрите. Вот так вот он цветет. Первый раз я вижу. Вот, как бы показать. Вот, желтый цветочек. Классненький. Огромное растение. Старое. Турбиникарпус. Мамиллярия. Надо включить вентилятор, чтобы спокойно снять видео. Корефанты цветут. Вот это красивая. Немножко включила вентилятор. А я с кофе. Делайте кофе себе, чай. И будем смотреть цветение кактусов. На улице холодно. Вкусный кофе. Матуканы бесподобные, все время цветут летом, а здесь вот уже пародии пошли. Это я вам показываю, что у меня в сентябре цвело. Здесь вот перецветает и будет еще один цветочек. А вот эти вот я что-то не помню, в этом году цвели, нет? Надо поснимать плодики. Смела кактуса. Вот, будет зацветать сегодня эхинопсис гибридный. И лобивия. Так, что у нас? Ну, у нас прелесть какая. Астрофитумы. Вот стою. Снимаю, а запах астрофитумный, бесподобные они. Лобивия, такой красивый цветочек у нее. Шикарная серединка, пушистик. Вентилятор работает, создает приятную атмосферу. Тина Тернер. Сентябрь. Показываю, как цветут в сентябре мои кактусы. Много бутонов. Так, кто это у нас? Это у нас эхинопсис лима. Ой, а эти какие интенсивные фиолетовые. Кто это? А, это дездемона. И вот сегодня, наверное, вечером откроются новые трихоцериусы. И если они будут достаточно хороши, то я оставлю их у себя в коллекции. Несмотря на то, что трихоцериусы занимают очень много места, это все ерунда, мы найдем место для таких красивых кактусов. Телокактусы просто бесподобны. Смотрите, полянка, да? Иногда я захожу в теплицу, чтобы просто немножечко полюбоваться колючками, когда нет цветочков. А если есть цветы, то, конечно, цветами любуюсь. Ну что ж, остановим свой взор на вот этих вот прекрасных, красивых эхинопсисах гибридных. Классно, да? Я вам всем желаю исполнение мечты, здоровья, всего самого наилучшего, удачи. Спасибо, что вы со мной. До свидания.